Салют, друзья, сегодня я, Яна Лобойко и Кит Лайт Шоу. Сегодня мы купили вот такую вот жвачку. Я купил. Ну ладно, купил, я еще себе докуплю сегодня, сниму про свою жвачку видео. Да. Вот такая вот жвачка. Кстати, Ян, хочешь достать жвачку? Мы сейчас будем проводить эксперимент про такую жвачку. Интересно, оно больно бьет или нет? Меня вообще не убило. Ничего не было. Потому что пружина не натянута. Уважаемые друзья, я куплю себе такую же самую жвачку и сниму с Владиком такое же самое видео. Владик начал плести браслет, только не доплел. Ты его сломала. Упс. Кстати, кто хочет такую жвачку на халяву? Каждый подписчик. Каждый подписчик, потому что и Дэвид только это видео смотрит, а такое нет только у нас. Только у нас такая есть. Если вы живете аж в Новой Каховке, такого здесь там нету. И в Харькове. Только одни такие электрошокеры. Такие вот так, только дернул там ток уже. Да. А это такая обычная жвачка. Кстати, Янин брат точно такую жвачку снимал. Ну не точно такую, он... Ну, внутри такой жучок был. Да. А ты жвачку сюрприз покупал? Я все. Не, ну тебе просто в упаковке давали или просто так? В упаковке. Там было что, нарисовано что-то? Ну, такая упаковка, там было, ну, такой. Дядька нормальный, да? Да? Ты не просто так осыня, я не помню. А, ну ладно. Дальше. Вот Владик рассказал про свою... Про свой электрошокер, смотрите. Это можно жвачка сюда... мятная. Да, можно мятная. Сюда такую жвачку присоединить. Вот так вот коробку изменить. И поверят, что это настоящая жвачка. Да, и все его возьмут. О, кстати, можно из картона вырезать вот так вот. И ставить жвачку. Да, и вставить жвачку на низ. Будет классно. Если кто-то подумает, что это настоящая жвачка, то каждый возьмет ее съест по пальцу. А давай. Пу! Больно? Нет. Давай покажем, какой здесь крокодильчик. Покажи, какой здесь крокодильчик у нас. Вот такой крокодил. Такой вот крокодил. Да. Все увидели. Вот такая вот упаковочка. Ой, упаковочка была. С разных сторон все так же. Да. Здесь как-то написано по-китайски. Вот оно. Куда-то улетело. У Владика что-то поломалось. Да нет, не поломалось. Просто крокодильчик отлетел. Да? Владик исправляет электрошокер, но просто доигрался, по-моему. А нет, не доигрался. Он даже сильнее пружину сделал. Подожди, Владика. Здесь можно подумать, что здесь настоящая жвачка лежит. Вот, конечно, здесь пусто. Вот, вы подумаете. Можно жвачку туда положить и фольгу. Замотать. Да? Друзья, мы снимаем видео уже 4 минуты. Ждем Владика до сих пор. Что ты делаешь? Починил. Вот такой у нас крокодильчик. Покажем крокодильчика. Надо будет его поменять. Не той стороной засунула. В смысле поменять? Ну, поменять. Отдать в магазин? Угу, поменять на другую. А можно так? Если даже ты сломал крокодильчика? Нет. Владик со мной пойдет и поменяет на другую. Ну что, уважаемые друзья, кому понравилось это видео, подписывайтесь на наши каналы и ставьте лайки.
И пишите в комментариях, какие жвачки нам еще нужны. А, кстати, уже больно будет биться? Давайте попробуем. Давай на Яне. Вот так вот, на конец. Ярбаней? Вообще. Не, ну оно резко. Не жалко, да? Всем пока-пока. Мы вас очень любим. Ждем, пока вы подпишетесь на наши каналы. Кстати, если будет 7 просмотров, мы будем снимать челлендж. Про книжки для 5 класса. Пока-пока.